беды, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Внимание колонны! Равнение на ветеранов и бессмертный полк! Порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. года народ большой страны узнал о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Тогда впервые прозвучало для людей почти забытое слово «мир». Не было счастливее народа в этот день, чем тот, что прошел через испепеляющее пламя Великой Отечественной войны. Счастье Родины, мир и свобода. Нерушимы они, как гранит. Майский день 45-го года наша память надежно хранит. Торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине празднования Великой Отечественной войны, победы в Великой Отечественной войне, разрешите считать открытым. Внимание, участники! Равняйсь! Под государственный флаг Российской Федерации! Смирно! Государственный флаг!
печали. Победа — праздник радости и слез. Мы победили и врага прогнали, в тот 45-й диктор произнес. 4 года в яростном сражении за Родину и в бой, кровавый бой. 4 года гнет и унижение. Мы победили, но какой ценой? Тяжело досталась эта победа, но наш народ выстоял в жестокой схватке с фашизмом. Вечная слава и вечная благодарность солдатам-победителям, труженикам тыла, чей героизм, мужество, бесстрашие не измерить никакой мерой. Слово предоставляется главе Устьянского муниципального района Сергею Александровичу Котлову и главе муниципального образования Октябрьское Владимиру Федоровичу Паршину. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие друзья, уважаемые жители Устьянского района и наши гости, в этот праздничный день мы собираемся снова и снова у Мемориала Победы для того, чтобы отдать дань памяти павшим в этой страшной войне. Почтить их память, их великому долгу, их великому подвигу. В Устьянском районе осталось меньше 200 живых свидетелей этой страшной войны. Но сегодня, в этот знаменательный день, снова в бессмертном полку наши герои. Они все для нас живы. Мы помним их героический подвиг, победу в Великой Отечественной войне. Эта память нужна нам еще больше. Сегодня, не прошло 100 лет, мы снова на границах видим черные кресты. Мы снова видим, как поднимает голову фашизм. Но он не пройдет. Снова нашим воинам нужно встать и отвоевывать мир. Защитить тех, кто сегодня гибнет под бомбами. Мирных жителей, стариков и детей. Мы все помним, мы ничего не забыли. И сегодня нашими митингами, сегодня нашими бессмертными полками мы должны показать всему миру, что память жива. Жива о той страшной войне. Мы поздравляем всех с этой торжественной датой, с этим великим праздником нашего народа. С праздником, с великой победой! Уважаемые жители и гости поселка Октябрьский, идет уже 77-я весна с того дня, как победой закончилась Великая Отечественная война. Время неумолимо отдаляет от нас героические и трагические события той поры. Но ничто не может стереть из памяти величие совершенного подвига. И сегодня мы низко склоняем голову перед русским солдатом, кто ценой огромного количества человеческих жизней остановил фашизм. И сегодня мы низко склоняем голову перед тружениками тыла, женщинами, стариками, подростками, которые ценой нечеловеческих усилий работали на победу в тылу. И вот такое единение фронта и тыла позволило нам победить в этой войне. И это могла сделать только Россия. И ни одно другое государство мира на подобное не подобно. К сожалению, уходят из жизни ветераны. Да и несложно предположить, что если, допустим, в 45-м году им было по 20 лет, то сегодня уже всем далеко за 90. Сегодня на территории нашего поселения проживает 2 участника Великой Отечественной войны. Один узник
фашистских концлагерей и 42 труженика тыла. И в этой связи я обращаюсь сегодня к молодому подрастающему поколению. Расспрашивайте, запоминайте, записывайте все о той проклятой войне, пока еще остались в живых участники тех трагических событий. Всех с праздником, с Днем Великой Победы! В истории Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны подвиги наших земляков. С первых дней и до конца Великой Отечественной войны на фронт ушли более 10 тысяч степняков. Около половины из них не вернулись домой. Наши земляки воевали на суше, на море и в воздухе, на всех фронтах и на всех флотах. За подвиги во время Великой Отечественной войны десятки наших героев-земляков были награждены орденами Ленина, орденом Славы, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского. Звания Героев Советского Союза были удостоены 5 степняков: Николай Михайлович Попов, Николай Иванович Кашин, Геннадий Александрович Мякшин, Александр Корнилович Едемский и Василий Гаврилович Жаворонков. В День Победы в Великой Отечественной войне, в память о тех, кто ушел на войну, по всей стране проходит акция «Бессмертный полк». Вот они перед нами, защитники нашей земли. Те, кто освобождал нашу землю от фашистских полчищ. И те, кто воевал в Великую Отечественную войну в тылу. И гордость, и слезы, и боль невозвратных потерь – все соединилось в нашей великой победе. Честь и слава вам, ветераны Великой Отечественной войны, всем, кто погиб за Родину, и всем, кто с победой вернулся. Честь и слава вам, труженики тыла, чьим трудом ковалась победа. Честь и слава вам, дети войны, лишенные детства и своим детским трудом приближавшие победу. Честь и слава известным и неизвестным героям. Честь и слава нашему народу! С праздником Великой Победы поздравляет председатель районного собрания депутатов Татьяна Павловна Попова. Дорогие земляки, дорогие ветераны, участники оборонных работ, труженики тыла, дети войны, от всей души, от собрания депутатов горячо и сердечно поздравляю вас с великим и священным праздником, объединяющий все поколения жителей района, жителей страны, с Днем Победы. Великая Отечественная война, выпавшая на долю старшего поколения, оставила в сердце каждого незаживающую рану. С поразительной точностью выразил эту мысль в стихах Константин Симонов. Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что через 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. Страшная и жестокая война унесла десятки миллионов жизней, разрушила города, села и судьбы. Она показала всему миру единство нашего народа на фронте и в тылу. В военной летописи страны навечно вписан подвиг наших земляков. В нашем районе было призвано 10 200 человек, погибло 3187. Пропало без вести 1223 человека. Свято чтут в устьянских деревнях и селах наших земляков, погибших в боях за Родину. Безгранична наша скорбь о погибших в войну, но силу, а не слабость, рождает она. Силу, восхищенную подвигом людей, повернувшим ход истории к миру, любви к людям, к прогрессу. Никто и никогда не сможет умолить величие нашей победы.
исказить историческую правду о священной войне и ее подлинных героях. Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину Великой Победы. В трудное, очень трудное время для нашей страны идет военная операция на Украине. Россия выполняет снова волю миллионов, отдавших жизнь за мир без нацизма, павших на полях сражений и замученных в концлагерях. Наши земляки снова защищают будущее России. Всем, кто служил и служит, честь и слава. Кто погиб, защищая страну, вечная память. Дорогие наши любимые ветераны, живите долго на радость нам, нашим родным и близким. Уважаемые земляки, от всей души желаю всем крепкого здоровья и, конечно же, мирного неба над головой. С праздником, наши дорогие! Дорогие устники, уважаемые гости, от районного совета ветеранов я сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, с Днем Победы. Праздником, который ознаменует торжество жизни и боль утраты, который объединяет нас всегда и будет объединять, потому что память о том, о той победе, о том замечательном дне 9 мая 45 года, она должна оставаться вечной. И сейчас, когда та Европа, которую освобождали советские солдаты от фашизма, вновь ополчилась на нас, как нельзя, как никогда нужно нам быть вместе, нужно объединяться. А объединяет нас именно эта память. Еще совсем недавно здесь стояли участники войны, которые поздравляли нас с победой, которые делились своими воспоминаниями. А сегодня их осталось всего 5 в районе. И, конечно, те, кто сегодня прошли в бессмертном полку, они среди нас. И эти утверждения лживы, что вы исчезли в мраке тьмы. Вас с нами нет, но в нас вы живы. Пока на свете живы мы. Давайте все помнить, пока мы живы, помнить о том великом подвиге тех, кто воевал, кто трудился в тылу, кто свое горестное детство, не знавшее радости, провел в эти тяжелые, суровые военные годы. Но давайте будем благодарны всем, кто дал возможность нам жить в свободной стране. С праздником, дорогие ветераны! С праздником, уважаемые устники и гости! Пусть небо всегда будет таким же светлым, как сегодня, голубым. Солнце будет всегда светить так же ярко. И мы будем всегда счастливы в нашей любимой России. С праздником вас! Она пришла, вся пропитана слезами, в правду горькую одета, усталая и гордая, со счастливой радостью в глазах, такая долгожданная, одна на всех, одна на всех. И не было на свете человека, не слышавшего громкие шаги, великой и красивой самой. И в каждом уголке ее встречали, и ликовал народ многострадальный, кричали друг другу, кричали, обнимались, повторяя одно лишь слово: «С днем Победы!» Поименно горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. От героев былых времен
не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Потерь войны нельзя восполнить, но наш народ не победить. И если павших будем помнить, они вновь вечно будут жить. Поклон отдам родному деду, а в сердце гордость за него. В великой чаше за победу есть капля крови и его. Он вновь в строю свой долг несет, колышет май знаменов шелк, и в вечность памятью идет. Бессмертный полк на Красной площади в столице, по всей земле, в любом краю. В людской реке родные лица, бессмертный полк опять в строю.